Сегодня здесь, в Малом зале Дворца культуры «Мир», пройдет выступление Народного оперного театра «Родник». Инструмент настроен, зал готов к показу. И уже через считанные секунды начнут приходить зрители, чтобы насладиться чудесным голосом вокалистов. Желающих приобщиться к прекрасному оказалось очень много. Стало это ясно буквально через считанные минуты после открытия зала. И даже когда, казалось бы, все стулья заняты, все равно приходящие находили себе местечко. Но вот начало концерта. Выступает самая младшая участница коллектива Мария. В этом коллективе всегда тепло встречают. Когда есть даже на душе какая-то тяжесть, то в этом коллективе она проходит. После занятия такая легкость на душе, что в следующий раз, несмотря на нашу острую нехватку времени, нашу загруженность, все равно хочется сюда ехать снова и снова. Петь и эти песни петь не только для себя, но и для людей, для публики. Сегодняшний концерт хоть и носил название «Крещенский вечерок», но репертуар совмещал в себе несколько тематик. И прежде всего это были песни из всеми любимых и знакомых кинофильмов. Случается так, что фильм остается в нашем сердце исключительно благодаря музыке. Только услышишь первые звуки и уже знаешь, из какого они фильма. Все те фильмы, которые нужно смотреть, нужно знать, они, в общем-то, были как мюзиклы, и в них очень много замечательной музыки. Многие люди вообще никогда не слышали такую музыку, и для некоторых, вот даже наших певцов, это было открытие. Не так давно коллектив отметил свое 20-летие. За это время у него сформировался немалый послужной список – порядка 200 человек. И это не просто так, ведь высокий уровень мастерства педагога способствует раскрытию потенциала каждого приходящего в коллектив. Сейчас 10 лет у Людмилы Васильевны, обучаюсь вокалу. Очень замечательный педагог, заслуженный. В основном мы, конечно, подготавливали репертуар такой, который бы отвечал нашей тематике. Подбираем по тембру, по окраске голоса. И, конечно, очень большое значение мы придаем академическому пению, то есть голосам, которые по природе своей являются, ну, таким очень ценным материалом. Тембр голоса, он ни с чем не сравним. И красота этого тембра, она волнует сердца, она духовно окрашена. Ни одно занятие, а уж тем более концерт, не обходится без работы концертмейстера. Он всегда может помочь вокалисту. Только взглянув на обычный нотный лист, он уже слышит и чувствует музыкальные образы, которые затем ему предстоит сделать видимыми. Каждое движение головы или любой другой жест аккомпаниатора помогает вокалисту наладить идеальную гармонию с музыкой для наилучшего звучания голоса. Это творческий процесс обоюдный. Понимаете, он не может сам по себе играть, она не может сама по себе петь. А моя вот задача как руководителя – наладить этот процесс, подсказать, где что надо. Для этого нужно иметь, конечно, и профессиональные навыки, и знания репертуара. Благодаря слаженной работе всех руководителей получаются вот такие концертные номера. Погряжем на славу, я тоже намерен, начнем тишь плясать. Итак, сейчас уже звучат последние нотки. Давайте спросим у зрителей, понравился ли им концерт. Ну, вообще все очень красивое, мелодичное. Певица молодая понравилась. Великолепный концерт, очень хорошо пели, хорошие партии, хороший подбор, руководитель замечательный. Великолепный вечер. Все хорошо, нам все понравилось. Очень довольны, особенно хор вообще.
Надеемся, что сегодня зрители открыли для себя новое исполнение давно знакомых произведений. Мария Тимонина, Алексей Устинов. Специально для телеканала «Лыткари».